навешивание, да, что ты должен, ты обязан. Не дай бог, ты там больше, меньше жены зарабатываешь, все, ты не мужик. Ой, чинить не умеешь кран, все, какой же ты это самый хозяин. Да, боже мой, а почему, как бы, кого-то это устроит вполне. И женщина тоже должна быть. С одной стороны, вы должны быть самостоятельны, следить за собой. С другой стороны, тут же вам говорят, самостоятельные, которые следят за собой, никогда замуж не выйдут. Там, да? Ну как вот сейчас, ну как? Как молодежи, там, я не знаю, с этим справляться, с потоком. Угу. Но вообще тоже особенно если какой-то... нет своих примеров. Вы знаете, Мария, вот я... Откуда да. вообще у детей, вот сейчас у нашей молодежи, такой пример, что семья – это какой-то ад. Да, вот я им задала вопрос. Вы изучите, откуда у вас взялось это представление. Ну, видимо, кто-то откуда показал просто? Этот пример, или рассказал об этом примере, или какой-то стереотип был заложен в голову этого молодого поколения. Вы знаете, у нас такое вот сообщение, крик о помощи фактически, ну, это в нашу тему, да, не буду называть имя девушки, потому что попросила, да, вот пишет, мне 32 года, возраст пограничный для замужества, сразу, да, вот так. Как вы понимаете, да, дело даже не в возрасте, а в том, что не могу выйти замуж. Были отношения, но по каким-то причинам до замужества не доходит. Очень хочется семью.